Сегодня я покажу, как снять личинку дверную замка. Вот это внутреннюю сердцевину буду снимать. Сейчас покажу. Так, что мы делаем? Ключ. Вставляем ключ. Открываем. Сняли обшивку. Видео было, как снять. Вот, видите. Сейчас покажу. Что надо делать в первую очередь? Снять вот этот скоб. Его вот внизу оттянули. Сейчас. Берете вот это. Вот сюда вы должны надавить, чтобы этот фиксатор вышел. Его легко. И вот так куда это вылетит. Вот она вылетела. Ну, не вы его достанете, я надеюсь. Так. Такой фиксатор. Конечно. Тут если ломом нажать, блядь, то фиксатор, блядь, выскочит, нехуй делать. Ну, это не важно. Это для дизайна сделали. Красота, чтобы замок. Надо висячие замки сделать. Вот ключ. Вы должны его сейчас в таком положении его держать. Так, потом что вы делаете? Сейчас напишу я. Видите, вот это. Вот. Его нажимаете. Нажимаете, и там надо вам его прокрутить. Замок. Нажали. Сейчас я буду видите, она прокрутился. Ключ вы должны проворачивать против, по часовой стрелке. Да, по часовой, видите? Я его прокрутил. Этой пробки нет уже, видите? Переходим сюда, видите? В эту сторону крутите, по часовой. И начинаете вытягивать. Все, вытянули вы его. Весь замок. Можете, что хочешь с ним делать. Так, все, всем пока. У кого какие вопросы по поводу замка и как потом его отремонтировать, если разбито будет, пишите комментарии. Сделаю видео, если у кого там будет разбито, сделаю видео, чтобы сделать как новое. Все, всем пока.